Добрый день, меня зовут Алексей, компания Кафлекс. Сегодня мы приехали на объект в жилой комплекс Татьянин парк, где будет проживать молодая семья с детьми. Всем известна ситуация, когда активные дети бегают, топают, в общем, создают дискомфорт соседям снизу. Кроме детей, источниками шума могут являться падающие предметы, движение мебели и вообще любые процессы жизнедеятельности человека. Поэтому, на мой взгляд, глава семейства поступила грамотно, что решил сделать звукоизоляцию пола на этапе строительства. Пойдемте взглянем. Для звукоизоляции пола по ударному шуму у компании Кафлекс есть материал Кафоник Open Cell толщиной всего 10 мм. При этом имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Он укладывается на плиту перекрытия, потом расстилается целлофановая пленка, на которую уже монтируется стяжка. Сейчас более детально о процессе монтажа и о самом материале нам расскажет Александр. Пойдемте. Материал Open Cell – это современный материал, который позволяет эффективно решать задачи звукоизоляции по ударному шуму. При этом при его монтаже необходимо соблюдать ряд неких нюансов. Первое – это установить кромочную ленту вдоль стены на высоту самой стяжки. Кромочную ленту мы изготавливаем из самого материала при помощи нарезки вот на такие полоски. Второй нюанс – это прохождение инженерных коммуникаций. В данном случае мы пустили все инженерные коммуникации поверх самого материала. Такое решение обеспечит максимальную виброразвязку между плитой перекрытия и стяжкой. Еще одним важным моментом является обеспечение виброразвязки между стяжкой и инженерными коммуникациями. Именно здесь у нас идет стояк отопления. И несмотря на то, что на нем стоят уже штатные гильзы, эффективность их достаточно мала. Поэтому гильзы мы дополнительно оборачиваем материалом Open Cell. Для проведения монтажных работ нам понадобится рулетка, монтажный ножик и скотч. Перед началом монтажа подготавливаем помещение, очищаем поверхность пола, грунтуем. Далее от противоположного входа угла укладываем первый лист материала. Последующие листы укладываются в стык. После укладки материала по всей поверхности пола, по периметру помещения, вдоль стен устанавливаем заранее подготовленные кромочные ленты. Фиксируем их скотчем. Высота кромочной ленты равна высоте стяжки. Инженерные коммуникации оборачиваем материалом. Укрываем всю поверхность целлофановой пленкой и монтируем стяжку. Итак, монтаж звукоизоляционного материала Кафоник Open Cell завершен. Сейчас строители установят маяки, зальют стяжку толщиной 5-6 см. Точно такой же монтаж пола со звукоизоляцией будет произведен по всей квартире. Далее на этом объекте мы будем производить работы по звукоизоляции стен, о которых мы вам расскажем и покажем в наших следующих роликах. Всем спасибо, пока!